Давай вот так. А так, давайте по головочке хочу. Давай. Сам капитон и весом почти 50 килограммов. Новенькая. Уже пару дней ее дом – барнаульский зоопарк. Как и еще для 11 обитателей лесной сказки. Черепах, игуан, крокодила, обезьянку, лис и других подарили зверинцу владельцы контактного зоопарка «Мадагаскар». Они не смогли выживать в условиях пандемии, поэтому передали своих подопечных в самые заботливые руки. Очень любят, когда вот так вот почесать, вот надо, они замирают сразу. Вот, им это очень нравится, когда их чешут. Вот, посмотрите, как она, глазки закрывают сразу. Пока все новички ютятся в здании администрации зоопарка. Их нельзя содержать на улице. Все эти ребята теплолюбивые и практически ручные. Конечно, летом они будут в красивом павильоне, который у нас был нам приготовлен одной из фирм города Барнаула. И мы, честно говоря, там проводили раньше выставки картин, выставляли там мелких животных, но теперь этот павильон просто оказался кстати, и там разместятся все вот эти животные. Несмотря на то, что жизнь зоопарка вроде как приостановлена, здесь не принимают посетителей, жизнь животных идет своим чередом, и Бэби-бум тоже пришел по расписанию. Вот, например, лисенок один из четверых, а вообще в зоопарке более 20 новорожденных. От поросят до медвежат. Показывают их разве что в Инстаграм. Новорожденных пока берегут от чужого взгляда и болезни. Все они тоже находятся в опасности. В начале недели стало известно, что новым вирусом в Нью-Йоркском зоопарке заразились большие кошки. Те препараты, которые мы используем, они практически на 90% подавляют микрофлору, как, ну и в том числе и препараты, вирусы, которые, в частности, ну скажем, коронавирус, то есть вирусов много, очень много, которые могут воздействовать и на животных, и на человека. Ну, наша цель, наша задача, это, конечно, обеспечить здоровье людей, в первую очередь, и во вторую очередь, конечно, обеспечить, чтобы животные были тоже самые здоровые. А расскажите, пока животным это не вредно? Нет, это совершенно нормально. Это утверждено приказами, да, то, что обрабатывается определенными средствами, должна быть определенная концентрация. Хлоросодержащим раствором обрабатывают дорожки, антисептиком, поедрёни и перила, за которые могли держаться посетители. Животных по-прежнему кормят в зимнем режиме. Больше объема укрепляют иммунитет. И, по словам директора зоопарка, все его подопечные уже успели заскучать по вниманию людей. Дарья Миллер, Илья Халяпин. День с толком. Почти из дома.